Услышать монологи Льва Николаевича Толстого, узнать о репрессированных гениях тогда еще Казанского государственного университета удается не каждому казанцу. Такую возможность получили слушатели театрализованной экскурсии «Ночь еще живых студентов», которая прошла в Международный день музеев в Казанском федеральном. Необычная экскурсия для горожан стала заключительной работой студентов-музеологов по курсу театрализации культурно-образовательной деятельности. Мне бы хотелось, чтобы именно студенты-музеологи освоили бы экскурсию по университетскому комплексу. И именно они бы показывали университет, проводя экскурсию КФУ «История будущего». Ведь лучше студента, который учится в университете или учился в университете, никто о нем рассказать не может. Студенты долго готовились к этому дню, прослушали несколько вариантов экскурсии, выбрали героев, по много раз корректировали сценарий и диалоги, будто вдохнули жизнь в истории, которым уже более 100 лет. Было очень интересно это все готовить, в особенности искать информацию, читали книги, все это анализировали, потом в итоге составили диалог, чтобы было все в интересной форме, чтобы люди не скучали. А люди не скучали. По залам и коридорам университета прошли десятки гостей с благоговением, слушая истории студентов. Очень понравился сегодняшний проект, и я не ожидала, что студенты так интересно, познавательно расскажут историю университета. Я сама живу в Казани с рождения, можно сказать, но в университете буквально второй-третий раз. Была приятно удивлена, узнала для себя очень много нового, и хочется продолжения, чтобы нас приглашали, студенты, на свои такие мероприятия. С удовольствием приду еще раз. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.